Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная самоделка для мастерской из обычной фанеры. Вот такой кусок 20 фанеры у меня залежался, и от него надо отпилить часть размерами примерно 250 на 300 мм. На эту заготовку наношу разметку. А далее все по ней выпиливаю. Получится вот такая скоба. На ней делаю разметку, как на видео. А далее высверливаю отверстие на 10 мм. В отверстие с обоих сторон забиваю врезные гайки М8. Вообще в видео, думаю, все понятно будет и так. Предлагаю просто под музыку посмотреть процесс изготовления. А тем, кому понравится самоделка и будет желание ее повторить, я обязательно отвечу на любые вопросы в комментариях. Если желающих повторить самоделку будет много, я сделаю отдельный чертеж с размерами и оставлю ссылку на него в описании. Желаю приятного просмотра.
Вот такая штукенция получилась. Многие, думаю, уже поняли, что это кромочная струбцина. Эта струбцина хорошо подходит для дерева, обеспечивая хорошее сцепление поверхностей и их взаимную фиксацию. Как правило, инструмент применяется для приклеивания на торцы мебели накладок. Для примера я попробую прижать доску 100 на 50 к верстаку. Как видим, держит хорошо, инструмент рабочий. Затрат минимум, купил только гайки и болты. Обошлось все рублей 100. Начальная цена готовых от 500 рублей. Друзья, если такой вариант исполнения струбцины вам понравился, то ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, стоит ли овчинка выделки или лучше купить готовую. Отмечу, что на изготовление такой струбцины я потратил полчаса времени и примерно 100 рублей. Тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока.